Согласно легенде учения, в торговом центре Рио произошел пожар. При этом в здании находилось большое количество людей. На месте происшествия развернули пожарный штаб. Не все посетители торгового центра успели вовремя его покинуть, поэтому некоторые эвакуировались на крышу. Спасать условно пострадавших будут с помощью автолестницы. Выполнил задачу в полном объеме, на оценке хорошо. Был оперативно найден очаг пожара, выведен пострадавший. Горение было ликвидировано в кратчайшие сроки условные. Подобные учения проводятся ежемесячно на территории города Белгорода и Белгородской области. Цель учений – отработать алгоритм действий пожарно-спасательных подразделений и представителей объекта, а также служб жизнеобеспечения.